Башкортостан и Оренбургская область создадут межрегиональный туристический центр «Южный Урал». Планируется, что объем инвестиций превысит 19 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава республики на прошедшем в Уфе Всероссийском форуме «Здравница-2017». Как отметил Рустем Хамитов, объединение туристического и оздоровительного потенциалов в двух регионах позволит совместить несколько курортных зон, укрепить инфраструктуру, расширить спектр услуг и, соответственно, увеличить турпоток. В прошлом году республику посетило порядка 2 миллионов туристов. Доходы отрасли составили почти 17 миллиардов рублей. В национальном туристическом рейтинге Башкортостан поднялся с 20 на 12 место. Регион стал лучшим в Приволжском федеральном округе по объему гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг и вторым по туристическим услугам. По словам главы республики, одна из основных задач на сегодня – привлечение в отрасль частных инвестиций. Именно поэтому санатории региона переводятся из ГУПов в акционерные общества. К примеру, «Здравница» в Красноусольском в ближайшем будущем получит 300 миллионов рублей для строительства нового корпуса. Нас порой критикуют. Вы продаете, вы, значит, там неизвестно кому отдаете эти учреждения. Нет. Еще раз нет. Это стопроцентное государственное участие в этих акционерных обществах. Но через акционерное общество мы сможем по-другому привлекать ресурсы для развития этих курортов. Сегодня они остановились в своем развитии. Сегодня явно не хватает коечных мест.